7 апреля в Киеве во Дворце культуры Королева пастор Владимир Мунтен провел второе служение из серии «Четырехгранная молитва». Это служение было посвящено финансовой сфере в жизни человека. Необыкновенное ожидание присутствия Божьего царило в переполненном зале. Слово пастора вскрывало ложь и обман дьявола, касаясь самых сокровенных и тайных сторон нашей жизни. Проклятие – это разрешение дьяволу действовать. Своим грехом человек дает юридическое право сатане связать этого человека и контролировать его жизнь. И поэтому человеку нужно настоящее покаяние, очищение и освобождение из темницы. И Дух Святой приходит, помазание приходит. И когда приходит помазание, оно приходит, и Бог, Он смотрит на реакцию человека. Дух Святой подходит, Он говорит: «Я хочу тебя освободить из этой темницы». Но чтобы тебя освободить, ты должен покаяться и таким образом запретить дьяволу, забрать у него юридическое право в духовном мире действовать в твоей жизни. В этот день пастор Владимир молился о разрушении финансового проклятия, нищеты и долгов. Святой Дух прикасался к каждому на этом месте. Люди сокрушались в присутствии Бога. Под действием силы Божьей кто-то плакал, кто-то смеялся. Это было служение Святого Духа и Его силы. Через кровь Иисуса Христа, пролитую на кресте, в твою жизнь вместо наказания, вместо проблемы, вместо болезни, вместо нищеты, вместо развода приходит благословение во имя Иисуса. Гоу! Тиашитоло солора брабагата лакая. Особенными гостями Киевского духовного центра Возрождения в этот день была команда из 40 пасторов и сотников, которые уже много лет служат в одной команде вместе с пастором Владимиром в Днепропетровске. 14 апреля во Дворце культуры Королева состоится третье служение четырехгранной молитвы. В этот день пастор Владимир Мунтян будет проповедовать и молиться за исцеление болезней. В этот день Бог будет совершать свои чудеса. Специально для CNL Магельницкий Павел, Днепропетровск, Украина.